И снова добрый день. Начинаю вторую часть ответов на вопросы. Еще раз хочу напомнить, что к видео будет написана краткая инструкция, то есть какие вопросы здесь были освещены, чтобы вы понимали, стоит ли вам смотреть это видео или нет. Начнем вот с такого вопроса. Как часто нужно пересаживать орхидеи? Когда отцветет орхидея, ее надо сразу пересаживать или нет? На этот вопрос я подробно отвечала в недавнем видео. Возможно, это даже был прямой эфир. Но что я могу сказать? Конечно, я не оставлю без ответа ваш вопрос. И скажу, что пересаживать орхидею можно в любое время. Это зависит от обстоятельств, есть ли для этого показания, или просто так вы хотите сделать. Может быть, орхидея болеет, может быть, она уже переросла свой горшок или сильно удлинила шею, из которой множество воздушных корней появилось, и ее нужно разделить. Есть разные причины, и никто вам не скажет, как часто нужно пересаживать. Бытует мнение, что раз, ну, примерно 2,5-3 года орхидеи нужно пересаживать. Но на самом деле основание для пересадки не этот срок, а именно состояние орхидеи. Как она себя чувствует, достаточно ли ей места в горшке, например, или она уже просто туда не помещается. Вы сами это можете оценить. Или же там пришел в негодность грунт, и вы видите, что это труха, и нижние корни начинают портиться. Это будет основанием для пересадки. Если орхидея отцвела, и вы, предположим, как новичок, да, ну, не можете еще ориентироваться в уходе за орхидеями, то рекомендуется пересадить в более подходящий грунт, потому что зачастую орхидеи покупные идут в грунте, где содержится торф, который для корней орхидеи губителен, и ее можно, ну как бы, нехотя того, исподволь отправить в орхорай. Поэтому в случае цветения орхидеи, конечно, лучше ее пересадить, когда она уже отцветет. Если, опять же, будет такая необходимость, потому что многие растят и в магазинном грунте, в покупном, и не смущают торфстакан, поливают по краю, и прекрасно орхидея себя чувствует, годами растет, цветет. Поэтому тут решать только вам, и сказать точно, что вам нужно пересадить обязательно – такого сказать нельзя. Я надеюсь, что понятно я ответила на этот вопрос, потому что говорить по этому поводу можно очень долго, углубляясь в разные факторы, влияющие обстановку, и много-много всего. Мне бы хотелось, конечно, сделать видео покороче, так, посодержательней, наверное, чтобы время зря вы не тратили, мои видео смотря. Так, следующий вопрос. Это про ванды, больше инфы. Хочу приобрести, но не знаю про них ничего. Ну, что я хочу сказать про ванды? Про ванды есть хэштег. Цветочный доктор, нижнее подчеркивание, ванды, так и называется. Можете посмотреть в актуальных сторис посты с навигацией. Там этот будет обязательно хэштег присутствовать. И там все видео, где присутствуют ванды, все, что я о них рассказываю. Но на самом деле я считаю, что информации я могу дать по ним не особо много. Хотя у меня... Сколько? 7 ванд, один из которых сеянец, 2 подростка и 4 взрослых растения. Чего-то особого там про них сказать не могу, экспериментов с ними не проводила, но поливаю я их 2 раза в неделю методом замачивания. Стоят они у меня в вазах стеклянных, без грунта.
адаптировались, у них растут листики, у них, у некоторых раскуклились корешки, растут. И одна ванда дала две детки, самая крупная ванда, которая у меня есть, она дала две детки, и сейчас их растит. Детки очень маленькие, с ноготок, но корней, естественно, у деток еще нету. Вот. Удобряю я ванды через полив. Удобрения использую разные, те же самые, что и для фаленопсисов. Концентрации либо как по инструкции, либо немножко, ну, немножко в два раза меньше получается. Вот. Ставлю, поливаю я их фильтрованной теплой водой. Добавляю кипяченую горячую, чтобы была теплой. И оставляю на час, на два, наверное, вот так вот. Они стоят близко к окну, под, плюс под искусственной подсветкой рассеянной. Не прям вот над ними, но вот рядом вот такая вот лампа. Потому что ванды у меня на верхней полочке стоят, и вот такая подсветка рядом с ними висит. Ну и все. Опрыскиваю иногда, когда влажность опускается до 30% в помещении. Я опрыскиваю, ну, всех опрыскиваю. Ванды, фикусы, фаленопсисы. Всех-всех-всех просто опрыскиваю по листьям. Больше никаких особенностей в уходе нету. Сквозняка ванды у меня не чувствуют, потому что они стоят вдали от окна. Ни одна ванда у меня еще не цвела, и покупала я их не цветущие. Хотя взрослые ванды имеют все уже отстриженные цветоносы, то есть они цвели когда-то. Так, следующий вопрос. Которые лучше, европейские или азиатские орхидеи? Уход, адаптация и так далее. А не могу я вам сказать, которая лучше. Лучше здоровое. Здоровое и взрослое растение. Вернее, даже не взрослое, а скорее подросток. Потому что совсем взрослое, оно уже всю жизнь свою росло в других условиях и будет, наверняка будет не очень просто адаптироваться к другим условиям. Но таких взрослых, не знаю, я даже, знаете, вот не скажу вам. Я когда покупаю орхидеи, я, в принципе, особо не задумываюсь об их стране происхождения. Мне это не важно, откуда они приехали, мне важно, как они у меня адаптируются, как мне их в сознание привести, грубо говоря. Но, как я понимаю, азиатские приходят в мхе, а голландские приходят в коре. Исходя из этого, конечно, проще с коры переводить на кору, наверное. Но у меня, по-моему, ни одна азиатская орхидея не пропала. Те, которые я брала малышей в размере 1,7, и вот даже некоторые из них цветут. Некоторые спят, некоторые растят свою ботву и корешки. Я разницы не вижу. Тут главное понять орхидеи, и, в принципе, от производителя не будет зависеть, удачно орхидея будет жить у вас, или же какая-то неприятность с ней случится. Потому что если орхидея придет больная от любого садовника, она у вас не выживет. Ну, ни при каких обстоятельствах, в принципе, если у нее там где-то скрытая инфекция глубоко внутри уже сидит. Вот. Это вот все, что я могу сказать в качестве сравнения. И, по-моему, да, последний вопрос. У орхидеи опадают бутоны. Почему? После покупки и у стареньких тоже. Ну, вот пальцем в небо могу сказать наобум, что, скорее всего, смена условий. Либо переставили, либо температура понижалась, либо сквозняк был. Вообще, было видео подробное по поводу бутонов тоже вот этого вопроса, потому что у меня тоже отсушивают бутоны. Причем могут где-то посередине цветоноса отсушить, или только с пипочки, с крайней, или с одной стороны могут отсушить. Причин может быть масса, от насекомых до плохого настроения орхидеи, ну скажем так. Потому что орхидея, опять же, в зависимости от сорта, они могут быть капризны, они могут по-разному реагировать на температурный режим, на наличие проветривания, либо же сквозняка, да, на перепады температуры, также может
ну, насекомые, болезни, какие-то удобрения, попавшие в набирающие бутоны орхидею, просто сдвинули с места, повернули. Это тоже может быть причиной того, что орхидея отсушит бутон. Поэтому вам нужно анализировать то, что происходит с орхидеей, буквально превратиться в орхидею, представить себя и почувствовать, что же изменилось, что же не так. То же самое может быть перелив или засуха. То есть любой из окружающих факторов может повлиять на отсушку бутона. Поэтому однозначно тут сказать нельзя, нужно на месте определять причину. Так, ну все, я на все вопросы ответила. Надеюсь, что данный формат вам понравится, что вы сможете быстрее найти ответ на свой вопрос, прослушать его и меньше тратить время на те вопросы, которые вам не интересны. Описание и содержание видео будет к каждому видео прилагаться обязательно, поэтому обращайте внимание. Также будут идти хэштеги, которые относятся к произносимой мной информации. И вы сможете по ним, нажав пальчиком, перейти ко всем видео, которые как-то относятся к этому вопросу. Это тоже вам облегчит поиск информации на моей странице. Спасибо большое, что смотрели, что задавали вопросы. Здоровья вам, хорошего настроения и цветущих орхидей. До скорых встреч!